Всем большой привет! И сегодня у нас вот такие вот экстремальные съемки распаковки посылок на природе. Надеюсь, вам понравится эта задумка. И сегодня у меня три небольшие посылочки с собой. Такие вот три штучки. И сейчас мы их распакуем. Все они были... И такие вот ножницы для их распаковки. Так. Нет, вот это вот была... Отправлено мне еще 26 апреля. Извините, тут еще дорогу ремонтируют дорожники недалеко. Надеюсь, вам не слышно. Ага, это такая вот визитница. Она была заказана мамочки. Жук черный. Она была заказана по групповым сделкам. Здесь... Такой значок типа Гермес. И что у нее внутри? Зачем-то бумажки здесь вставлены. Наверное, для красоты. И такие вот листочки. Несколько листочков, буквально 10 штук. Да, 10 листочков. И такая вот визитница. Естественно, не натуральная кожа, это сразу все видно. Но, в принципе, такая достаточно, знаете, лаконичная какая-то. Простая, черная застежечка. Которая, в принципе, пока работает хорошо. Края на данный момент у нее не ободраны. И она выглядит великолепно. Не знаю, что там будет в процессе использования. Но сейчас она смотрится очень хорошо. И стоила она недорого. Так, еще такая вот посылка. Мне вообще очень нравится, когда приходят посылки вот в таких бумажных пакетах. Они, как обычно, в серых китайских затасканных грязных пакетах. А вот в беленьких вообще как-то очень приятно получать. А в желтых еще бывает приходит. Но желтые так тоже нормально. Белые, конечно, вообще супер круто. Что это такое? Ага, понимаю, представляю, что это такое. Это была заказана такая хозяйственная сумочка. Какая же, блин, она маленькая оказалась. Блин. Извиняюсь. Я думала, что она будет большой, реально хозяйственной сумкой. Нужно, кстати, сравнить, какие размеры там заявляет продавец. Потому что, ну, сколько она получается, 200 с чем-то рублей, но это совсем маленькая. О, я думала, она будет реально большой. Ну, вот как примерно обыкновенного размера сумочка. А тут такая малышка. Что у нее внутри? Внутри у нее черная подкладка и есть еще один кармашек. Тетенька у меня ее заказывала. Причем она так скрупулезно не изучала этот момент, да. Но она меня спросила... Какие размеры есть? Конечно, у меня был указан... Ой, какие есть цвета? Конечно, у меня был указан размер этой сумки, но 40, да, 40 сантиметров. Может быть, здесь и есть на 20 или на сколько, я не знаю. В общем, я еще ее измерю по-хорошему. Хотя здесь, в принципе, легко указать вот такой вот, да, размер полностью от верха до низа. И, не знаю, посмотрю, что написано у продавца, что написала я. В общем-то, я сама ждала, что сумка будет гораздо больше. Думаю, что моя покупательница тоже ждала. Причем они были первый раз в групповых покупках. И она не успела у меня оплатить, поэтому цена у них поменялась. Не успела заказать по дешевой цене. По дорогой она не хотела, потом они снова появились. И вот она заказала. И в итоге сумочка такая маленькая пришла. Может быть, это будет не прикольно. Так, что у нас здесь? От мая. От 14 мая, по-моему. Посылочка. Сейчас тоже распакуем и посмотрим. Ой, это ремешки, кажется. Черные я заказывала. Или это один ремешок, я уж не помню. Черные ремешки. И вот такая вот веселочка. Ау! Эти веселочки дома у меня уже валяются вместо... Надоело захламление постоянные веселочки. Не знаю даже для чего они, если только к молнии ребенку приделывать. Ау, не знаю. Одного медведя приделали, больше не хотим. Эти такие ремешки, но с первого вдоха они не пахнут, но если к ним принюхаться вот так вот близко, то что-то слышится какой-то запах. Не знаю, не скажу сейчас, на какую они талию. На мою тоже даже подойдут, да, такие прикольные ремешочки. Сзади резинка. Здесь просто черный ремень. Они есть также еще такого светло-коричневого цвета. Тут все в клепочках, в прорезинку. Выглядит на первый взгляд отлично. Только вот чуть-чуть шовчик вот здесь кривоват, по краю по самому прошито. Но они стоили, да, я думаю, недорого. Я уж не помню, но по ссылочке вы сможете посмотреть, за сколько их покупала.
и оценить для себя. Сейчас, кстати, попробую. Забыла попробовать одеть на себя этот ремень. Подойдет ли он на мою талию? Ну да. Если только застегивать, вот чуть не очень. Мне бы на поменьше немножко ремешок. Не, как-то не очень. Он чуть у меня так, как будто живот такой большой. В общем-то, мушки, я вас боюсь. Вот такой вот ремешок пришел еще. На этом посылочки у меня закончились на сегодня. Всем спасибо большое за просмотр. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, на все отвечу. Ставьте лайки, заглядывайте в группу ВКонтакте. Иногда пишу там, что происходит у меня с посылками, вообще с жизнью. Также можете заглянуть на блог, там постоянно будут новые фотографии появляться, тех вещей, которые пришли, более подробные, более детальные фотографии, так сказать, если я буду успевать, конечно, их фотографировать, но фотографии будут появляться не прямо в тот же день, когда появилось видео, потому что нужно сейчас фотографировать их, туда загрузить, и вообще там что-то странное происходит, потому что блог у меня почему-то не может найти видео на YouTube, странно, хотя я вставляю вроде бы верную ссылку. На этом все, спасибо большое за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео!